Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. 80-летняя Светлана Моргунова не может оправиться после смерти единственного сына. Родные стараются находиться рядом с народной артисткой. Сын Светланы Моргуновой скончался 2 недели назад на 53-м году жизни от коронавируса. Ухойскую заразу у Максима обнаружили в начале мая. Было поражено 28% легких, поэтому он лечился на дому. В какой-то момент состояние мужчины резко ухудшилось. Врачи не смогли его спасти. Светлана Михайловна убита горем. Она была очень близка с сыном. На церемонии прощания советский диктор едва держалась на ногах. Моргунова призналась близким, что потеряла смысл жизни. Спустя 2 недели народной артистке лучше не стало. Подруга семьи Лариса, которая недавно навещала Светлану Михайловну, заметила, что та сильно постарела. Хорошо, что рядом с Моргуновой находятся родственники. К ней приехали двоюродная сестра, вдова Максима и 2 внучки. Это очень страшно. Столько боли. То, что со Светой произошло. Самое ужасное, что может с человеком случиться, отметила подруга артистки Нелли Кобзон. Друзья не теряют надежду на то, что в скором времени Светлана Михайловна оправится от горя. У диктора есть внучки Даша и Аня, которых она очень любит. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.